Шутки для попоньки. Разве это кровь? Это ж химия одна. Скоро выходные, белорусы на шопинг приедут. Тогда и попить нормальной крови без ГМО. Ну чё? В жопе горячо. Вы общаться по-человечески разучились, только вот этого. Свайпать? Хлебало керосином-то прополощу. Это доставка? Я заказала у вас стейк с кровью. Можно без стейка. У нас тут вампир с бабочками в животе. А моя душа в Смоленске. Куда от души выйдешь? Как это по-русски? Думается мне, что это не конец истории.